Километры лыжных трасс мирового уровня и полуметровый снежный покров. Дёмина готовится принять этап Кубка мира по лыжным гонкам. Осталось меньше месяца. Для команды организаторов дорог каждый день. Поэтому на работу люди рассчитывают выйти уже со 2 января. Справиться с капризами природы поможет искусственный снег. Длина главной трассы 7,5 километров. Дополнительно делаем 10 километров разминочного круга, чтобы спортсмены разминались, тренировочные круги. Делаем разминочные трассы, это у стадиона, вот здесь вот у пушек, и на территории лыжной базы. Делаем откаточные горки. На участие в этапе Кубка мира уже зарегистрировалось 22 команды из 21 страны, поэтому готовят не только стадион. Разместить участников гонок обещают со всеми удобствами. Своя подготовка уже идет среди поваров, ведь и питание спортсменам нужно особое. Мы ждем на своей площадке спортсменов из 21 страны. Питание будет осуществляться по всем требованиям ФИС. Окончить все подготовительные мероприятия планируют уже к 10 января. И, что примечательно, испытать лыжную трассу мирового уровня, аналогов которой нет в соседних областях, смогут не только участники гонок, но и любые поклонники лыжного спорта. Ну а 23 января на старт выйдут звезды мировых лыж. Нина Колцина, Владимир Выдумлев. День в событиях.